потому что это самый основной правильный способ защищать свою страну. Я наблюдаю всю ситуацию, чувствую на себе какую-то ответственность. Во-первых, я давал присягу. У меня отец прошел Афган. А кто, если не мы? Перевалило внутреннее ощущение того, что ждать, когда тебя позовут, уже не надо. Если побольше бы мужиков, меньше сидел дома бы, давно бы уже победили.